Может, нос ей вставить? Не, а ты! Вообще, мега, смотрите, какая хорошая. Да? Ну, килограмма 2,5 будет, наверное. А где наш этот, дядь Дим? Опа. Экструдер. Экструдер. Ребята, когда не знаете, что делать на рыбалке, пункт 4, смотрите. Да, да, смотрите пункт 4. Мы вам позже покажем, что такое пункт 4. Саша, он меня не слушает, Саша! Саня, Саня, Саня! Выручай! Не успели. Не успели? Не, вы видели? Ромка не успел мне фрикцион отпустить, друзья. Подожди. Мы не курим. Мы долбим. Ну что, начинаем ролик, ну и нахуй, друзья. Вот-вот, солнышко встает, и мы прикатили. А ну, два слова. Ты уже забыл, как говорить на камеру. Я забыл, как уже говорить на камеру. В общем, ребят, давно у нас не было роликов. И вот, наконец-то, я немножко по производству сбавил обороты. Дядя Дима говорит, Рома, говорит, сегодня едем на рыбалку, пора начинать снимать фильмы. Ну, дядя Дима сказал, я отказать братану не могу. Не в общем, обсуждается. Ребят, да, не обсуждается. Будем пилить для вас фильмецы. Иногда буду я снимать, Димка говорит, будет помогать. Напишите в комментариях, как вы смотрите на то, если дядя Дима будет делиться с вами очень часто полезной, буду, классной информацией. Буду делиться. Ставьте ему лайкосы, друзья. Давай рыбачить, Дима, я хочу. Мы там видели, да? Расскажи, что ты видел, дядя. Ребята, а там... я пока попарю. Давай, давай, сейчас пока Ромка попорит. Друзья, увидели щуки, просто стоит куча, класс, вообще именно. Решили сейчас поролон зарядим, вот пройтись поролончиком, потому что рыба пассивная последняя рыбалка была. Хотим попробовать поролончиком пройтись. Ну, я думаю, у нас получится что-то вам показать. Погнали, друзья. Давай, давай, давай. Я Рома. Вот это подача была. А ну расскажи, ребята. Я в шоке. Полгода не было поклевок. Поролон. Что-то хорошее, Дим. Сейчас, я вымотаю, щука, подожди, а то я тебя могу цепануть. На поролонку. О, это щука. Зубы, зубы, зубы. Зубы, зубы? Зубы, дядя. Зубы. А ну покажи ребятам, кто кулачок, там. Кулачок, Дима. Блин. А ну, ребята. Слышь, ой, 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 у дяди Рома истерика, истерика, что-то. Ребята, давно он, давно он, да? Такая аккуратненькая, понял? Тук, тук. Поролончик. 9 сантиметров, денсинг фиш. Моя первая, ласка. Класс. 14 грамм, ребята, немножко Димка на 16. Так это хорошая рыба. Рыба хорошая и поклевка в рот четко. А ну сейчас, друзья, чуть-чуть мы вот так сделаем подсачек, подготовим. Хуй, Дима. Дядьке Ромке. Что-то путевое. Что-то путевое. Ну, сейчас покажешь ребятам что-то. Да. А ну, бля. А что там показывать? Извините, друзья. Ой. Ой. Что-то все хорошо, друзья. Ой-ой-ой. 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 Шахта. Ой-ой-ой. Смотри, какая шахта. Давай, 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 давай. Оп. Опа. На тихом. 2,5? Да. 2,6, 2,7. Тихо, 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 тихо. Спокойно, спокойно, спокойно. Опа. Сейчас мы покажем и расскажем. Да. Ох, шахта, вообще, глядь, кайф. Хо-хо-хо-хо. А ну, дядь Ром. Покажи сбоку, снимай там. Ого. Ну что, ребята, вот она, первая рыбалка моя за полгода. Посмотрите, где поролонка. Вообще. Короче, расклад такой. Картина шикарнейшая. Димка вывез на рыбалку. Говорит, Ромчик, сейчас поедем чуйка, на точечку. Чуйка, чуйка говорит, на точечку, говорит. Там была рыбка буквально вот недельку назад. Картина просто шикарная. Дима кидает поролон на 4, на 16 граммах, а я ушел, по-моему, 14 грамм. Сейчас посмотрим. Эксцентрик и вот такая вот голубая поролоночка, Dancing Fish, 9 сантиметров. Только начал подвисать и поклевочка. Легенький такой, тук. Ну вот, смотрите. Ну там, не супер-мега трофей, но щучка, ну, задвушка. 2+, 2+, нормальный 2+. Класс. Так, что, покажем рыбку, да? Ну, конечно. А где наш этот, дядь Дим? Опа. Экструдер. Экструдер. Ребята, когда не знаете, что делать на рыбалке, пункт 4, смотрите. Да, да, смотрите пункт 4. Мы вам позже покажем, что такое пункт 4. Достань, пожалуйста. Сейчас. Ух ты, какая крепкая. Слышишь, Димончик? А поделишься с ребятами, у тебя уже, не знаю, я хотел сказать, опыта больше. В этом году у тебя опыта больше 100%. Димка на рыбалках в этом году часто, ребята. Я вот, ну, реально, вот только-только начинаю выезжать. Вот такая вот рыбулечка, смотрите. Вон она погрызанная. Крючки я немножко развел, потому что здесь дно у нас более-менее чистое. В центре русла коряжек нету. И чтобы реализация поролоновой рыбки была
150% из 100 немножко раскрывайте крючки там, где есть такая возможность. И у вас будут поклевочки. Как ты говорил, голубая рыбка. Да. Голубая рыбка, ребят. Обязательно в следующем ролике Димка вам расскажет, я думаю, топовые проводки, которыми он пользовался этой осенью. Там будет и поролон, и силикон, и мандулки его любимые. Он с вами сам поделится. Ну, вот такой вот... дракончик. Вот такой вот шикардосный дракон, как вы, ребята, любите, отправляется куда? В черный Абаджан! Ребят, поскакали поролоном. Теперь решили заняться немножко читерством. А читерство, вы знаете, что в этом сезоне у нас? Хапуга желто-красная. Ставьте ставки. И вы все поймете, друзья. Сейчас все посмотрим, как это у нас будет работать на деле. Эх, хапушка. Хапуженцы. А мандулку не хочет, дядя Рома. Поролончик жмякнул, лови. Не панацея? Мандула? Да. Конечно, нет. Сегодня мандула, завтра силикон, послезавтра поролон. Перелез через рыбу только что. Перелез? Да. Стоит. Щука на дне стоит. Вот, вот опа, слил, слил, друзья. Отпало. Легкая поклевочка была такая, легенькая-легенькая. И отвалилась, вы все видели. На поролончик, да? Не. А читер, да? Читер. Мандулец? Приманка читер. Это не честная приманка. На нее даже ребенок может поймать. Да, конечно. Все так думают, мандулу поставлю, поймаю. Ага, ага. А оно все получается, да, потрогал. А потом, ай-яй-яй, дядя Дима, а что мне делать? Я не могу поймать. Расскажи, да покажи. Друзья, это приманка читер. Да, дядя Ром? Ну, это читерская тема просто. Доказывает лишний раз. А, наш вайк. Это окунь? Это окунь. Это судак, ребята. Щука. Это щучий судак. Да не надо, зачем? Смотри, как, да, поджмякало, да? Вот, друзья. Джмяка во всей красе. Такая швайка, пьявок сколько, гляньте, посмотрите какие, можно на крючок одевать, кстати, леща никто не ловит на таких пьявок, ребята, нормальная тема, красиво, да, смотри, как смотрится, девочка, все, давай домой, ребят, стояло много рыбки, не хочет брать, но была у меня поклевка одна, мимо я и дал, не получалось ничего. Поставили читерскую приманку. Ой-ой-ой, что-то она ее там, по-моему, заджмякала. Дядя Ром, а ну, будь так любезен. Надо ее освободить и выпустить быстренько. Держи. Держу. О. Ну, как всегда. Полторушка твоя, любимая. Да, знаете? Да, полторушка. Полторушка. Граммов на 600, 700. Давай. Ладно, беги, девчонка. Пузатая, глянь, наеденная. Она нажранная стоит. А у нее вон, пузела вообще просто. Глянь, какая. Пьяв как стоит. Так, давай нам бабушку. Бабушку. Оп. Давай, давай. Да, и под лодку пошла. Сейчас у тебя опять клюнет. Ну, нам такое не надо, да, дядя Ром? Надо только... Сделаем. Поклевочка четкая была. Ребята, а что поставил? Посмотрите, черный поролон. Черный поролон? Черный поролон. Никому не... Ты снимаешь? Нет. Спалил, да? Это спалил, все. Черный поролон, Дима. Все. Черный поролон — это божественная приманка в этом году. Я не знаю почему, но реально работает черный цвет. Черный, черный с фиолетом. Темненький, да? Да, это мне ребятки по секрету сказали. Ромка говорит, твой поролон... Наше печенежское водохранилище. Рве? Рве, кажи. Тики черный, кажи. Тики никому не кажи. Не кажи, да? Никому, зовсім никому не кажи. Ага.
Не кажи, но покажи. Да. Сейчас. Зараз подивимся. Люби... Я не знаю, кто там. Люби хлопчика и девчата. Люби хлопчики и девчата. Палочка гнется, да? Ну, ну да. Слышь, палочка божественная вообще. Жаль, что таких палок мы больше никогда не увидим. Да. Старая школа, она есть старая школа. Фрикцик отрабатывает, да? Китайская катушка, кстати, драгоновская, вообще просто пушечная. Песня? О, хорошая! Хорошая девочка. А ну-ка. И лушечка. Да, ну, к нам пришла. Кило 100, кило 200. А если ты... не получается, ребята, пункт 4. Пункт 4 сегодня рулит. Да, пункт 4, это сила. Видишь? Джмякнула. Вообще, глянь. Поклевочка такая, как... Поджмякала, да? Есть, да. Черный поролончик. Вообще именно. Ну, сколько тут такая? Кило 100? Да, кило 100, кило 200. Кило 200, да? Да. Черный поролончик. А это такая, тоже наедет. Да она, блядь, вся нажранная духата стоит. Ребят, эксцентрик, правильный эксцентрик, правильно одета. Я рассказывал в предыдущих роликах прошлогодних, как лучше одевать, чтобы поролон заводило хорошо в стоячей воде. Потому что мы ловим только в стоячей воде в Харьковской области. Поролончик вы видите, черный, темный такой цвет, красный хвостик, ярко выраженная точка атаки. Вот такая вот щукандра. Сегодня, кстати, дядя Рома, Димка больше упирается в манду, а я в поролон. И поролон делает. Пока делает. Ну, еще не вечер. Вечером может все кардинально измениться. Но я буду дальше продолжать ловить на поролон. Вот он, черный с белым поролончик. Ребята, поролоновый день. Это просто поролоновый денек. Это хорошо? Это очень хорошо. Класс! Раз починился, да? Класс! Отдел поролончик и поймал ракету, ребята. Вообще мега, смотрите какая, хорошая. Да? Ну килограмма 2,5 будет, наверное. Хорошая лень. Ладно, поплыви, да. Вот так вот. Старею, друзья. Не могу уже щуку отличить от палки. Ну ничего. Ой, дядь Ром, что там? Дракон. Ой, дракон, Дима. А что, поролон? Да, поролон черный. О, смотри, черный поролон. Да, посмотрите на мои глаза. Я в шоке. В черном-черном городе. Собираюсь выматывать, только поднимаю такой легенький. Фу. Не за попу. Черная самая. Я, как не знаешь. Дима, я попу не люблю. Ах ты какой. Я ботик больше. Я думал, ты натурал, дядя Рома. Ребята, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки срочно. Поржо... Я не знаю, кто по... это, но по... это... Поржете с нами. Вот так вот ловит поролон. А ну. Поролон. А ну. Компания Профмонтаж. Это шо? Наверное, лещ. Лещ? Я не знаю, но он собрался под лодку, слышишь? Свинолещ. Сейчас будет якорная рыба. А, как всегда. У нас бывало, да, такое? А ну, ну покажись хоть. Пепо. Я не пойму, я не, оно не хочет. Оно не, так оно в якорь идет, да? Да. Оно все как мы любим, идет, гля-ля-ля. Куда оно собралось? Да не-не-не-не-не. Ну как ощущение, дядя? Смотрите, смотрите, куда едет. Да, ну в якорь собралось, дядя. Да? Да. Ну мы ж любим приключения, да? Слушай, это не сом? А может и сомик. Похож? Бульба не пускает? Да, не успеет. О! Подщучник, ребята, подщучник. Так смотрите, поролон черный. Подщучник. Подщучничек, да? Да, да. Ну что, как бывает, друзья. Самое главное, что мы ее поймали. Слушай, ну вот было, короче, я понял, подброс, это какое-то шевеление. Подброс, шевеление, только тюх, иди сюда. А говорят, груши там багрят, все багрит, все, это все неправильно. Багрит, багрит все. Багрит поролон на все, лучше всего рыбу, ребята. Я вам скажу честно, вот поделюсь с вами опытом, поролон на все там крючке, это самое лучшее, что может быть в нашей жизни. Багрилка, да? Да. Попробуйте. Смотрите, ребят, аккуратненько придавила пузиком. Все как мы любим. Вот такая вот хорошая, шикарная щучка. Да, двушечка. Двушечка. На поролончик, ребята. Сколько мы то прокидали, она там стоит. Ну да. Тут как бы варианта два. Первый вариант, мы ее подбагрили. Второй вариант, она интересовалась, крутилась вокруг. Так и смотрите, приманки. Смотрите, сколько на ней грязи. Да, она все на дне стоит. Она на дне вообще прижата. Видите, он... Вот, все черное в илу.
Она прижатая вообще стоит неактивная. Ну 16 грамм. Хер, 16. А вдруг сейчас попрет? А может, постучать ей. Я думал, хорошая рыбка. По голове, да? Такая красавица в пиявочках. Осенняя полузимняя щучка. Ну, я думаю, это зачет, дядя Дима. Это твоя. Хорошо. По одной, ладно. По одной и хватит. Абаджанус. Может, нос ей вставить? Не, ты! Ты что, я ж запереживал. Не надо нервничать. Масло есть у нас, да? Есть. Канистра. Канистра, есть, Дим. Цвет масла, это... А, это... А что, есть такой цвет, называется масло, да? А, видите, друзья, я даже и не знал, что в силиконе есть цвет масла. Да, всю жизнь на лоха все. На лоха, да, на лоха, да? Оказывается, есть, друзья, цвет масла. Еще, небось, с блеской какой-то, со специфической, да? Дядя Рома меня тоже сегодня переубедил, а то я читера ставил. Не, ну на читера я поймал все равно, одну рыбку и одну я слил, в кадре все видно было. А сейчас поставил все равно черно-беленький поролончик. Сейчас вдоль бровочки пройдемся. Там у нас коряшка еще, правда, присутствует. Но ничего. Но у нас там не одна стоит, их там не одна. Я не знаю, десятки. Не одна. Одна с толпы не удержалась, да? Да. А ты китечки от этого кидал вот тут? Да. Не, не работает. Раньше. Вообще, ну, вообще не контакта. Сегодня поупирался, не контакта. Перелез кого-то. Еще вообще класс. Встрял, да, в кого-то? Не, я не встрял, я, короче, на подрыв. На подрывщике, подрыве, да? Кто-то, короче, это, занюхивал. Занюх-нюх. Смотри, как сегодня все поменялось, да? Поролончик начал постреливать. У меня сейчас бело-синенький. Бело-голубой. Голубца поставлю. Мальца-голубца? Мальца-голубца. Сейчас поставим. Вот сегодня, друзья, смотрите, какое количество вкуснятины. И работает только вот эта вот вещь. Ну, не в этом цвете, в разных цветах, но именно поролончик. Сейчас мы его и подзарядим. Может, отсюда что-то выберешь, интересно? А, вот смотрите, какой рай. Ням-ням, да? Что, зеленуха еще есть. Да, зеленушку. Ну, сейчас я покидаю бело-голубой. Вот это тоже бывает. Вот этот бомба, да, цвет отличный. Кстати, вообще. Возьми, вот этот денсинг этот, с перевернутой ласты, он еще сильнее будет колбаситься. Еще будет сильнее, да, колбаситься. Да. Сейчас мы его попробуем. Ну, уже бело-голубой отдел. Сейчас побросаем чуть-чуть и попробуем вот этот. Контактики, кто-то там поднюхивает что-то, да? Хоть ну так, да. Хоть чуть-чуть. Движушка. Ой, хорош, дядя Рома, поролон, да, поролон, какой? Поролон, поролон. Какой синий поролон? С белым. А, все-таки синий с белым. Только профмонтаж. Ну это с поклевкой, да? С поклевкой вообще, класс именно. С подбровочки. Посмотри. Отлично. Она не крупная, килушка, посмотри, как взяла. Да не, ну не килушка такая, за килушка, ну вообще. А, какой синий с белым? Зеленый. Зеленый. Ребята, я вас чуть-чуть обманул. Плохо видно. На обманул, да? На обманул чуть-чуть, да, это был не синий. Что-то я думал про голубой, как всегда. А тут посмотрите, что. Пятачини. Поролоновый день. Да. Амандулка сегодня, ребята. Чмоки-чмоки. Дядя Дима чмокает. А на силикон он, китеч у него лежит, там манс мы пробовали, что-то он, что-то еще, рейн скидал. Да, борода, ребята, ни одного контакта. Даже, а на поролон? Даже ратлин залетал. Да, сегодня. Но работает поролон сегодня, ребята, 9-10 сантиметров. Я ставил большой поролон, у нас есть 18-сантиметровый. Мы вам обязательно про него расскажем попозже в роликах. Но вот что-то работает маленькая приманка. И вес здесь я сейчас поставил 18 грамм. Ты понял? Ну да, перегрузник отдал. Да. Качало, чтобы сильнее. Так.
Вот вам и пожалуйста. Покажи приманочку. Приманочка секретная. О, тут, наверное, еще, надо... Еще и пачечку закрыла. Да не-не-не, ты, наверное... Держи. Сейчас, наверное. А ты смотри, чтобы она не закрыла ротик. Да не должна, наверное. А то как... Не, подожди. Все, открой. На. Фух, так а шо вон, на камеру покажи, вот. Ребята. Класс. Кислота, да. Джмякнула, да? Черный понюхала, я туда кидал, она понюхала черный. Ну, может, не она, может, другая рыба. Не, ну ты же говорил, что и на зеленку, что да, у тебя была поклевка, да, оно да. было мимо. Ну, вот она есть. Вот так вот, ребята, сегодня поролон. The best of the best. Не, я поролон не знаю. Я с того года полюбил, вот в этом году не знаю. Получится у нас еще поездить побольше, не получится, но я буду качать только поролон, ребята. Работай, камера. Камера. Соня. Мотор. Подожди, а в какой стороне она у нас была? Кто? Рыба. Ребята, проплыли очередной участок реки, облазили, в принципе, уже много. Не было рыбки, ну такие одиночки стоят. А вот сейчас с дядей Ромой только заплыли в один секторочек. А здесь, друзья, пахать и пахать. Ну, захочет ли она что-то понюхать у нас? Щуки просто класс. Все увидите. Оп, перелез. Перелез кого-то? Да. Перелез. Там до хрена стояла рыба уже. Здесь мы должны кого-то поймать. Видишь? Ну да. Ну согласись, тут картина да. самая крутая со всего, что мы видим. Ну да, за сегодня именно круть. Поэтому не надо никуда плавать, стоим и кидаем. Будет выход, будет. И меняем приманки, подбираем. Идем ва-банк. Ребята, в этот раз, правда, силикончик. Силикончик нам помог. О, да, шваечка. Это шваечка, друзья, к сожалению. Понюхала наш силикончик. Понюхала. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Дядя Дима, как да. Ребята, вы говорите груши и мандулы. Силикон это дракон. Да, дядя Рома? Да. Силикон дракон, ребята. А мандулки и игрушки только в рот. И поролон. Поролон вообще сегодня чудеса творил. А сегодня, ребята, вот на силикон за целый день единственный контакт и тот в попу. Вот после этого и рассказывайте, да? Багрит, не багрит. Силикон багрит, по-моему, больше, чем... Вот вам, пожалуйста, силикон. Не багрит, да? Честная приманка. Да, дядя Роб? Ну как? Смеляка я пойму. Как-то так. Да не смеляка. Ладно, будем дальше продолжать. Не багрить на силикон. Ребята, там пи! Увидели такое, что вам и не снилось, друзья. Я не знаю, что сейчас произойдет. Ничего. Ничего не произойдет. Да не, ну что-то должно произойти. Ну как это? Ну да, она не под самой бровой. Вот мы ровно в нее мы кидали, правильно? Ну вот сейчас мы же под бровой прошли, вот ты прошел с пеньками. Сейчас я специально пролез под бровой. Понять, ну понимать, да, на бровой. А она была перед бровой. Вот она. Ты рыба? Да. Поклев? Это... Да ты все писал. Да? Да. Ребята, это рыба. Это но не... Да не, ну не крупная, мелочь. Это что, ты? Опа! Цепельдявка. Ребята, попалась очень крупная щука, которая застряла в подсаке. Шоп сетки, очко. Видите какое. Вот она. Мега. Дракон. Но на силикон. Смотрите, что клюет на силикон. А что сегодня у Ромки клевало на поролон? Дядь Ром, да? Да, хорошие были. Вот. Щучки. А это у нас... Не, ну у тебя хоть поклевка была. Ну да, с поклевкой, да. На смене приманки на смене, сработала. Да, сменка приманки. Забирай на икру. Конечно. Ребят, сделает вид, что выпустит самого поджанки. Да, смотрите, вот сюда, вот он.
Абаджанус. А ну давай. А ее кто-то он, смотри, жмякал как он. Так, те, кто в русле стоят, ее. Ну да. А ну давай отсюда. Быстренько, бабушку. Давай, давай, давай. Оу, теть. Хорош позировать, ты че, давай. О, погнала малышка. Ладно, а мы продолжаем исполнять. Но мы ж там видели не это. Дядь Дим, ты уже впорол бы, я не знаю. Три контента. Саша, он меня не слушает! Саша! Саня, Саня, Саня! Выручай! Не успели. Не успели? Не, вы видели? Ромка не успел мне фрикцион отпустить, друзья. А это была рыба. Хорошая рыба. Если не знаешь, что делать, смотри пункт четвертый. Четвертый. Что там у рыбы? Чешуя во рту выросла? Нету. Хорошая рыба была. Эх, Димка, как ты мог? Это багренка была. Ясно. Ты же видел? Конечно. Поехал паровоз. Погнал паровоз. Кондуктор, нажми на тормоза. За-за-за. Сейчас будет. За-за-за. Погнали, он лебедей хоть накрошен. А вон стадо, глянь, какое. Это то такие ребята, что могут и дрозда валить. Когда-то в Равском за мной гонялся лебедь. Гонялся? Крыльями машет, бьет по лодке. Бам-бам. Ну да, я хотел с ним поговорить. А муж начал нападать. Что ты поймал? Да. Оно очень хорошее. Оно очень хорошее. Я его прорывал через какие-то кишки, ничего не пойму. Что там такое? Говорит, оно очень хорошее. Оно дергалось, Дим. Оно дергалось. На желтую поролонку, ребят. Это не то, что у меня. Поролонка рулит, ребята. Это просто бомба. Бомбита. Это бомбита, друзья. Это бомбита. Что ты творишь? Щука, прилетай-ка. Посмотри, как поролон исполнил. Не багрит. Пошел вовнутрь, ты понял? Слушай, я сначала не понял, что вообще происходит. Продирал. Ты не через сетку продирал. Не, ну такая, да? Нормально. А вон, смотри, видишь, от сетки осталось. О, вот я тебе говорю, что через сетку протягивал. Да. Он такой, как рвалось, бум-бум-бум-бум. Никого. Смотри, что там, лещ торчит. Ох ты, хвост, смотрите, ребята. Кто там клевать будет? А может это сейчас наоборот? Да. Ладно, я выпускаю рыбку, давай, делай заброс. Давай. Фух. Слушай, так в натуре хвост торчит, да? Да, малек торчал. А? Малек торчал. Ну да. Вот это фигня, я понимаю. Ну что, ребята, вот и подходит к концу сегодняшний наш с Димкой выезд. Друг, спасибо тебе, что вырвал меня на рыбалку наконец-то. Вы сами все видели в видеоролике, что сегодня работало, на что мы пороли, как мы прорывали щук через сетку. Димка сегодня полоскал. Что ты у нас полоскал? Ну, мандулы и силикон. Специально, чтобы не параллелить. Да, вот ты вот Ромка поролоном ловил, я мандулами и силиконом. Но качество рыбы вы сами видели. На поролон сегодня качество было. Ну, одна 2,5, одна за 2. Ну и там, ну, швайки были. Ну а у меня вообще одни швайки получаются. Да. Мелкие вообще именно. Короче, поролончик сегодня, друзья, реально сработал. Получилась неплохая рыбалка. Она получилась неплохая, потому что я наконец-то вырвался на рыбалку. В общем, что, если коротко, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. На сегодня рыбалочку будем заканчивать. Ребята, кто хочет приобрести классные мандулы от компании «Профмонтаж», поролоновые рыбки, правильные груза. Мандул, кстати, у нас целая коллекция. А то таких вот маленьких писюшек, заканчивая большими вот такими вот. Писюнами, да.
И пипаджик не забывайте. Димона любимая приманка. В общем, на приманке на все будет ссылочки на магазин под видеороликами. Все, друзья, всем пока-пока-пока. Пока, ребята.